Так, раз-два, раз-два-три. Давайте начнем. Здравствуйте, дорогие друзья. А сразу вас не веду в оману. Это паки, которые давались с вот такого вот... Золотой сундук нового года 2023, который вы можете купить. И в этом сундучке будут карты класса, карты Агатиона и... Или кристаллы душ. Специально их не открывал, я решил подсобрать. У меня тут немножко накопилось. Получается вот такая карта героического класса, которую можно создать при помощи камня улучшенного Агатиона героический, который вы получаете в катакомбах отступников. Это ивентовое подземелье. Играет Lineage 2 Mobile, те давно уже знают, что это за ивентовое подземелье. Я не буду вам рассказывать. И вот у меня получается за 9 дней накопилось вот такое количество бесплатных карт. Ладно, вру. С вот такой вот ежедневной награды подарок Леи к Новому году. Я тоже их собирал. Как бы 1000 алмазов это копейки, я считаю. Играющему в PvE Альянсе без РМТ. РМТ это те, кто за реальную валюту на непонятно каких ресурсах продают вот эти алмазы. Итак, давайте вы нажмете видео на паузу и напишите, сколько мне попадется красных агатионов и красных героев. За фиолетовых я не буду ничего говорить, потому что на фиолетовых я даже не надеюсь. Вот вы сами можете видеть, тут 6 раз, 11 раз, 6 раз. В основном по 11 раз. Я начинаю открывать. Начнем сверху и пойдем вниз. Начнем с самых слабых карт, как бы. Просто карты класса, потом высокого качества и так далее. Потом там улучшенного класса. Я просто промотаюсь, и мне что-то попадется. Я остановлюсь на этом, и мы увидим, что мне попалось. И мы проклацали карты, которые давались с паков. И мы видим, что тут, как бы я специально остановлю, потому что, чтобы сделать акцент на том, что вы видите сами, что одни белые карты попадаются. Это просто название высокого качества. Это просто я делаю акцент на том, что какие подарки на НГ дают товарищи с NCSoft. Ни одного свечения с того, что как бы я собрал нормальное количество карт, бесплатных карт. И ни одного свечения, даже намека, даже синей карты не было. Теперь перейдем к агатионам. Мне кажется, эти карты лучше, чем высокого качества. Но я не понимаю, почему. С них больше зеленых выпадает. Тут это обычно да редко. И тут героически никогда не выпадет, я понял. И мы закончили с обычными картами, как бы высокого качества и обычного качества. То вы можете сами видеть, что я надеялся хотя бы на свечение. Но даже ни одной синей карты не выпало. Как бы мой ролик ставить в пример не нужно, потому что это, вы сами понимаете, что такое однорукий бандит. Это такой автомат, когда вы крутите его, такие есть автоматы. В мобильных устройствах есть программы, похожие на этих одноруких бандитов. Вы крутите, там выпадают вот тут три решки, там три семерочки есть такие. И вот это то же самое. Мне просто не повезло. Продолжим.
Слушайте, у меня... А, у меня Фелис не было. Вот это я понимаю. Вот это подгоней. У меня Коти такой не было. Давайте посмотрим, что мне Коти дала. Восстановление МП супер. Увеличение урона от умений 2%. Уклонение в дальнем бою очень хорошо. Уже приятно. Фелис выпала. Напоминаю, это карта с катакомбов отступников. Нажмите на паузу и напишите в комментариях, повторка или нет. Та-да-да-да-дам. И повторка. Ничего страшного. Ничего страшного. Повторка — это хорошо. Это в будущем try на fuel. То есть теперь продолжим синтеза карты, что при открытии пака всегда занимаемся синтезом. И может тут мне-то и повезет. Видим просто море белых карт. Неплохо, слушайте, сыпет неплохо. Три синих карты — это очень хорошо. Так, теперь у меня получается раз, два, три. Три и четыре. Четыре попытки. Так, возьмем камушки, естественно, берем камушки. Кидаем по одному камушку, не больше. Потому что чем выше... Нет смысла, я считаю, нет смысла. Оно прибавляет по 5%, но при неудаче вы очень много теряете. А если один камушек, оно как бы и жалко, и не жалко. Опа, орб, нож и танк. Начнем с танка. Танк у нас кто? Синий танк. Продолжим орбом. Синий орб. Опа, и соответственно нож. Гном должен быть. Видим, вообще не везет. Давай-ка мы всех гномов отправим сюда. Один камушек. Нож. Вообще ни в чего. Вот такие вот паки, которые мне не принесли ничего. Я просто рад этим пакам, которые приносят ничего. То есть я не рад этим пакам. Но не надо расстраиваться. Я знаю людей, которые брали вот такие вот паки и ни одной карты не выпадало. Эти паки платные, я замечу. Возможно, с агатионами будет совсем другая ситуация. Начнем с вампиров. Когда по одному больше шансов что-то вытащить. Угу. Синенький такой. Кугуар. Теперь мы кого? Три орка. Давайте кугуарчик. И очень круто. Первый героический, которого у меня нет. Это, слушайте. Ну это я просто себе накручиваю, то что по одному лучше, но вы сами видите, мне просто повезло. Теперь пойдем по няшкам. Из няшек появилась няшка. Вот так вот. Теперь у нас есть камушек. И... Угу. Ну и последний трайчик. Опа, еще героический.
мать твою! А! У! О! У, медуза, наконец-то мне упала медуза, господи. Кто не знает, что... что за... Ой, ты что? А что она закрывает? Эффект зелья восстановления. МДР плюс один. Снижение урона плюс один. Очень круто. Наконец-то мне упала медуза. Блин. Насколько это круто. Это самый топовый, самый крутой. Ага, подожди, медуза. При успешной атаке отравляет. Блин, я перепутал, блин. Королева муравьев мне нужна. Увеличение урона от умений. Мах, урон плюс 6. Самый крутой. Макс грузоподъемности, он не очень. Но я очень рад по агатионам. То, что я позакрывал колы. Плюс медуза. Доп урон крит атака. Да я не знаю, слушайте. При успешной атаке отравляет цель. Но этот восстанавливает жизнь и урон огнем. Мощное зелье восстановления. Надо потестить. Просто потестить. Надо медузу потестить. И я думаю, там разница сильно большая не будет. В целом они так-то одинаковые. Но это отравляет и доп урон крит атаку дает. А этот у нас восстанавливает. С интервалом восстанавливает хп. И дает урон огнем плюс 4. У него там урон огнем постоянный. Там каждую секундочку он долбит вот этим скиллом. То я не знаю, как бы. Эх, медуза. Медуза. Чтобы вы поняли, что я играю в фри игру, как бы, то вы можете... Специалист по коллекциям классам. Видимо, я всего лишь 4000 карт открыл. И специалист по... Коллекция магатионом 3500 карт. На, ну, у донера, такого хорошего донера, этот показатель в 10 раз больше. В 10 раз. Видите, насколько рулетка беспощадна в Lineage 2 Mobile? То, ну, все равно не надо расстраиваться. Тем более, если меня какой-то новичок смотрит, я советую начать играть в Lineage 2 Mobile, потому что после ввода арбалетов, после ее... адских шаров, невидимый охотник называется скилл, сделали так, что масухи не атакуют антагов. Только если, наверное, вот тут выставить в масухе, наверное, ПВП, тогда масуха начнет атаковать. Это сделали, они нигде об этом не написали, потому что, как бы, я веду, ну, свой YouTube канал в целом, обновление Lineage 2 Mobile, возможно, где-то на форумах каких-то где-то что-то пишут там, где-то кто-то доносит, но в официальных обновлениях я почему-то не помню такого, что сделали так, что массовые скиллы, это массовые скиллы для новичков, объясняю, я думаю, это для тех, кто вообще не понимает, тех, кто бьют по площади и задевают всех, можно так сказать, вы не в одну цель бьете, а сразу в несколько. Короче, если ты новичок, начинай играть в Lineage 2 Mobile, то не пропусти, если ты новичок, заходи в Lineage 2 Mobile, потому что новогодние праздники, ты можешь пооткрывать, и ты закроешь все коллекции, я уверен, по белым картам, не уверен, что все коллекции закроешь по зеленым картам, но синеньких карт ты получишь, там, плюс... Подарочек уже убрали, конечно. Был вкусный подарочек. На год игры тот вкусный подарочек был. Ладно, с вами был Розе. А ты что, затянул я разговор? С вами был Розе. Всем до новых встреч. Еще увидимся, то есть услышимся.